Итак, давайте посмотрим, где ваш мужчина. Вот и мужчина вышел, и вы сразу вышли в паре. Итак, мужчина – король кубков, вы – королева кубков. Между вами наблюдение, шпионство и сбор информации друг за другом. Друг за другом вы наблюдаете. Мужчине хочется проявиться к вам, приехать на колеснице, посадить вас в какую-нибудь лодку и увезти к дальним берегам. Хочется совместного построения отношений с вами, чтобы эти отношения были без лжи, чтобы вы были счастливы по отношению друг к другу. Его безумно тянет к вам, он хочет совместного проживания с вами, совместной любви. Он говорит, я олень, говорит, но я люблю тебя, люблю и хочу быть с тобой вместе, хочу быть победителем, хочу быть, чтобы наши отношения развивались, чтобы они превратились вот в эту двойку кубков. А я, говорит, самовлюблённый олень, который сидит и мечтает о тебе. Я тебе не сказал, но я состоял в отношениях. У меня есть дети в этих отношениях. Они мне очень тяжелы, эти отношения, очень тяжело даются. Я пентакливый идиот, который их не вывозит. А с тобой отношения? Ты для меня очень дорога, я, говорит, дорожу тобой. И пусть я тебе не сказала о том, что я не свободен. Я дорожу тобой и хочу быть с тобой в отношениях. Я хочу быть свободным, разведенным мужиком, у которого сменилась система ценностей. Я хочу с тобой быть в серьезных отношениях. Хочу, чтобы наша с тобой ситуация разморозилась, потому что ты для меня прекраснейшая императрица. Ты для меня женщина-мечта. Ты для меня женщина... Королева Пентакли, которая женщина семейная. Давай с тобой придем, говорит, к нашему семейному счастью, к нашему семейному союзу. Но ты будешь что-нибудь делать? Колесо фортуны, замороженное состояние. Ну, надеюсь на случай, надеюсь на судьбу. Пока лежу, ничего не делаю, потому что я всеми брошенный, всеми отвергнутый. И закрывает нам расклад. Любви у мужчин много, фантазий много, желаний много. Вас он видит исключительно как главную женщину своей жизни, как женщину-императрицу, как женщину-замужнюю в браке с ним, в создании вот такой вот семейной пары. Но двигаться не собирается, ждет удачи и ждет фортуны, лежит, переживает.